Обновленная женская сборная России по баскетболу успешно прошла отборочную кампанию на чемпионат Европы. На этот раз спортсменки впервые будут выступать на Евробаскете под руководством заслуженного тренера Александра Васина. Потенциал у команды есть, и мы рассчитываем на хорошее выступление. К сожалению, две последних Европы были неудачными для российской сборной. Но мы учтем все ошибки, все недочеты, которые были в подготовке и в играх на тех чемпионатах Европы, и постараемся выступить качественно на новом уровне. В Сочи на этапе подготовки к главному турниру лета национальная сборная впервые предстала в расширенном обновленном составе. Одна из стратегических задач – добиться слаженной работы в команде. Мы все играли в разных командах, поэтому сейчас, наверное, основное – это прийти к какой-то одной концепции. То есть работать и играть в одной системе под одним тренером с одной игровой идеей. Поэтому, чтобы не было такой разобщенности, мы сейчас именно тренируем это взаимопонимание, взаимные комбинации, взаимовыручку и вот такой вот командный плечо, командный дух. На курорте сборная пробудет до конца этой недели. Чемпионат Европы, который пройдет в Праге, стартует 16 июня. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.